друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. В последнее время меня уже раз 10 спрашивали о том, можно ли установить сигнализацию Pandora на такие часы, как Galaxy Watch 6 Classic, либо Huawei Watch 4 Pro, там, или просто 4. Говорю вам, можно, вообще без проблем. Вот поставил я ее, единственное, что я ее не смогу зарегистрировать по одной простой причине, потому что у меня нет сигнализации Pandora. У того же, кого она есть, именно GSM, да, вы сможете легко загрузить, войти туда и управлять. Как это все работает, один подписчик согласился мне это продемонстрировать на своих часах Huawei Watch 3, по-моему, Pro. Но неважно, на Huawei Watch 3 данное приложение работает тоже прекрасно вообще, просто прекрасно. Поэтому смотрите следующий видосик о том, как установить вообще на Galaxy Watch 4, 5, либо 6, или о том, как установить на Galaxy, вернее, на Huawei Watch 3, Watch 4, в том числе 3 Pro и 4 Pro. Все в описании видео, будет одна ссылочка на пост, в этом посту уже все четенько распределено, в том числе ссылочка на само приложение, которое вы сможете скачать бесплатно, либо скачать через такой магазин, как SV Hub, и если хотите поддержать канал SV. Смотрите внимательно. Спасибо за ваше внимание. Погнали! Несколько. Вот. Одного из них выкладывают видос. Вот он открывает машину свою с помощью этого приложения. Также закрывает. Далее он показывает, как он заводит свой автомобиль. И потом наоборот глушит тоже с помощью этого же приложения. Все, он сейчас включит. Все, отключилось. Вот такое вот приложение, и оно прекрасно работает. Так, ну все, вы как бы сами увидели, что приложуха действительно прекрасно работает. Теперь в описании видео есть ссылочка, в этой ссылочке пост. В посте все расписано, где скачать, как установить на Galaxy Watch, на другие часы Wear OS, а также на часы Huawei Watch 3 и, в частности, Watch 4. Все, проходите, качайте. Спасибо за внимание. Пока.